Сидят на скамейке две одинаковые девочки-близняшки. Мимо проходит пьяный мужик и начинает на них пялиться. Девочки смотрят и говорят: «А дядя, вы, наверное, думаете, что вам двоится? Мы действительно одинаковые». Пьяный говорит: «Ну что, все четверо?» Добрый день. Здравия желаю. А вы точно священник? Так точно. Муж возвращается с работы и говорит жене: «Дорогая, я тут заходил в магазин и хлеба взял». Жена с сарказмом говорит: «Ха, я думала, ты водки купишь». Мужик вытаскивает литр водки и говорит: «Как знал, как знал». Я, знаешь, вот что подумала. Вот были бы у людей вирусы типа троянов. Например, ты начинаешь путать право и лево, выкладываешь информацию, которую следовало бы держать при себе. Некоторые файлы вообще стираются. Мадрёна, такие вирусы продаются в любом маркете. Емкостью 0,5, 0,7, 1 литр. Хватит судорожно искать себя. Сядьте и успокойтесь. Вспомните, где вы видели себя в прошлый раз. Скорее всего, вы там и сидите. Мне тут предложили на несколько дней на море съездить. Ну и что, ты поедешь? А что, я дура, не воспользоваться таким моментом? А ты что, не поедешь? Нет, конечно, что я дурак, не воспользоваться таким моментом. Заходит в бар рекламщик, менеджер, экономист и журналист. А бармен спрашивает: «Ну что, Петруха, 4 диплома, а работы так и нет?» «Сегодня перед нами выступит йог. Он будет ходить по горячим углям. Но правда, орать будет. Сажор еще». Подписываемся.